Хорошо, значит, видно загрязнение. Видно, видно, очень хорошо. Видно. Вот такая вот полосочка. Вот кремовая рукавичка, просто хорошо смоченная в воде. За что люблю кремовое волокно? Если я его вот допустим, вот так сделаю, вот так, ни одного брызга. Да. У тебя попала хоть одна брызгинка? Нет? Нет. Вот. Значит, я ее одеваю и вот таким вот легким движением. Очень часто мне говорят, ой, я там чищу все поверхности силой. Но я имею в виду, когда не пользуюсь чистиками. Давайте запомним раз и навсегда, чистиками мы силу не применяем. Силу оставляем на спортзал. Значит, я хочу сразу вот кусочек сделать. Я вот сделала маленький кусочек и просушила второй тканью. Ну что, полосочку видно? Мне даже в очках вроде не видно. Так, теперь берем и дочищаем. Значит, что мы можем сделать кремовой рукавичкой для деликатных поверхностей? Мы чистим любые пуховички. Кстати, вы будете наблюдать в прямом эфире каждый день. Я буду очищать разные поверхности. От пуховичка до стекла зеркала, посуды, вытяжки, холодильника и прочее. И хочу вам еще сказать, что если у кого-то есть свои приоритеты, и, например, вы хотели бы увидеть, как чистится та или иная поверхность, пожалуйста, давайте мне заказы. Я буду не мыть дома свои поверхности, специально накапливать загрязнения для того, чтобы вам потом показать. Все, в принципе, я все почистила. Теперь я обязательно хорошо протираю самбимом, потому что ткань немножечко влажная осталась. И все, вот все готово. И можно будет в конце просто вот ее вот так сделать, чтобы самбим остался. И вот оно чистенько. Вот уже можно одевать. Так. А теперь я хочу показать такой момент, не знаю, заметит ли оператор. Я сегодня готовила праздничный ужин, который мы сейчас будем кушать, и вот испачкалась. Не знаю, что это, что-то на себя вылило. Угу. Видно вообще? Видно, видно. Видно. Вот я беру ту же рукавичку. Вот представляете, вы готовите, или вы, может быть, где-то в гостях, или, может быть, вы даже за рулем пьете кофе. Такое очень часто бывает у меня. И, значит, вы берете вот таким вот легким движением. Сейчас мы ее, единственно, разровняем. Сейчас. Я просто хочу показать, что даже как не снимая, можно почистить жир с кофточки. Ну, вроде бы, не знаю, может, у меня уже в глазах пестрило. Еще немножко повыше. Еще немножко, хорошо. Угу. Сейчас мы тогда ее... Давайте вот так сделаем. Буду вот так чистить. Буду себя гладить, гладить. Ну, что там? Что-то осталось? А ну. Давайте посмотрим, протрем. Ну, так. Ну, может быть, еще вот здесь вот капелька осталась. В общем, мысль такая, что вы мне заказываете поверхности любые, какие там, ну вот, что такое есть в вашей квартире, доме, в машине, что вас очень волнует, как оно чистится. И будем чистить вместе. Все, оно пока подсыхает. Вроде бы, ничего. Оно пока подсыхает. Друзья, у нас будут проходить ежедневные прямые эфиры, в которых вы можете принять участие в каком виде, задать любые вопросы, предложить какие-то свои поверхности, чтобы их тоже почистить, потому что я понимаю, что уборка без химии – это невероятно. И если вас эта тема зацепила, если вас зацепила тема, что вы можете убрать все, что угодно, начиная вот от свитерка и заканчивая всей кухней, квартирой, машиной без химии, добро пожаловать к нам на встречу, которая состоится 26 числа в 14:00 в кондитерской «Ваниль», Приморский бульвар 10 в центре города.
И мы приглашаем всех. Будет лотерея, можно будет выиграть чистик. Будут скидки в этот день, поэтому вы можете следить за нами онлайн, кстати. Вы можете прийти, принять участие вживую, а можете просто просмотреть все онлайн. И я угощаю всех вкусным кофе, поэтому за приятным разговором вы можете принести с собой загрязнение, и мы вместе посмотрим, как работают наши чистики. Буду вас ждать завтра. Это будет мытье окон, скорее всего. Не знаю еще, что это будет, но завтра мы вас ждем.